Всем привет, ребята! И сегодня мы с вами будем делать очки из бумаги. И для этого нам понадобится один обычный лист А4. Больше нам ничего не понадобится, так что делаем так. Берем и вот этот вот угол сворачиваем к вот этому вот углу. То есть вот так вот. И делаем линию. Свернули, а теперь берем и вот этот вот угол, вот это, сворачиваем к вот этому вот углу. То есть делаем вот так вот. И делаем линию. А теперь берем и все просто разворачиваем. Вот так вот у нас получилось. Такие вот получились линии. Берем и сворачиваем наш лист вот по этой линии. Вот так вот, чтобы получилось. А теперь берем и вот этот вот край сворачиваем ровно, очень четко, до вот этого вот угла. Чем четче вы будете делать, тем лучше и красивее у вас получатся очки. Вот так вот. Теперь сворачиваем вот это вот, вот сюда вот, опять же до этой линии. И сворачиваем также еще раз. Наши очки почти готовы. Все ровно выравниваем вот так вот. И теперь сворачиваем вот от этого вот. Вот так вот загибаем вот сюда вот в сторону. И с другой стороны также делаем. Вот, берем и загибаем в сторону. Делаем линии. Надо делать четко и по линиям, чтобы получилось красиво. Такие вот очки у нас получились. Ну а всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.